Здрасте. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами король Суртур, как обычно. И сегодня у нас будет видео, где я буду отвечать на комментарии. Для этого мне понадобится бабушкин телефон. Ну а мы погнали, потому что не будем ждать. Не люблю этого. Начнем мы с первого комментария. Под видео... Берегите природу, убирайте мусор за собой, который я снимал почти 3 месяца назад. Ох. Извините. Первый мой комментарий. Поддержите меня. Наберите 20 подписчиков. Капец, я тогда еще 20 подписчиков не имел. В общем. Ай. Точно, все будет наоборот. Второй комментарий под этим же видео. Погнали. Если любите природу, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Моё же. Потом мой одноклассник Иван Кузин пишет. Он сейчас забросил свой канал, а потом сказал, что вернется. Потом покажу переписку. Ютубер, блин, нашелся добряк. Добряк за добряк, вот. Я не осуждаю. А вот, блин, за ошибки, которые здесь есть, я вам не буду перечислять. Я осуждаю. Погнали к следующему комментарию. Итак, следующий у нас комментарий под названием под видео гонка картинг. Класс. Сердечки. Хорош. Нифига себе. Данюха, ты красава. Да, меня Даня, если что, зовут. Такие хорошие комментарии. Я их не осуждаю. И все. Погнали к следующему. Следующий у нас комментарий. Тоже мои друзья, моя подруга. Огонь. Ай, не видно. Ну, где-то вот тут. А при чем тут такие грызуны из Южной Америки? Тут песня про капибару. Ну, это не буду объяснять. Скажу. Просто для прикола. Да просто так, ради прикола. Я если тогда написал. Не обязан. Ну, тут подпишитесь. Я обязан. Фиг тебе. И у меня тут 2 ответа. Вот тебе считалочка. 1, 2, 3, 4, 5. В бан тебя пора отправлять. И кто-то написал, а при чем считалочка? Я что-то не очень понимаю, но ладно. Идем к следующему. Короче, у нас следующий видос. С первым видосом сюднички. Вот он. Ай, блин, ну ладно. Всем привет. Поставьте на под этим видосом 12 лайков. Для меня это была тогда радость. Мы с мужем старались над ним. 4 лайка под этим комментарием. Самое большое максимальное количество лайков под моим комментарием это 28. Ладно, какая красивая Муся. У меня тоже кошка ему. Тоже Муси звать. Ну, улыбаюсь. Вот бы мне такую кошечку. Продается на вид. Шучу. Просто она нас немного шкодничает. Конечно, я этого снимать не буду. Кто-то написал, вот бы было 5 годиков. 5 годиков это уже... Старая кошка для меня. Надо брать еще котят, чтобы понимать, какой у них характер будет. Или взрослую кошку, не такую старую. 5 годиков, фига. Да не очень старались, это легко. Опять мой одноклассник пишет. Иван Кузин. Карьеру не губи. Это легко. Иван Кузин, я же могу лайки перестать ставить. Привет. Кто это? А, тот же. Но сейчас он не Иван Кузин, сейчас он и Тимон. У меня все комментарии вылетели. Так что идем в следующем. Итак, теперь у нас видео под названием «Россия СССР ТОП», которое взлетело всего лишь на 10 лайков. Но зато на 500 с чем-то просмотров. Это впечатляет. Первый комментарий к этому видео. В принципе, последний.
Также Сербия, которая сказала, что будет улучшать военные отношения с США, Казахстан, который начал отворачиваться от России, и Китай, который Путин многие целуют, называют это дружбой. В принципе, логично. Ладно. Это, если что, люблю политику, поэтому спрашивайте у меня в комментах что-нибудь про политику, я что-нибудь да отвечу. А мы переходим к следующему комментарию, если он есть, конечно. Ох, под следующим видео аж 8 комментариев, фига. Лягушки подпишусь. Ну, кто-то подписался, походу. Не обязаны. Сам-то я не обязан. А при чем кот? А что надо было смотреть? Ну, в принципе, логично. Не подписался, тупым остался. Когда ты уже все запомнишь. Короче, ерунду какие-то. Переходим, короче, к следующему и не буду заикаться. Следующий у нас комментарий. Подпишись на канал и поставь лайк, чтобы выходило больше видосов. В принципе, логично. Вообще-то от ядерки США. Ну, тут про ядерку России. Ладно. О, нет. Вообще-то от ядерки США. Какая разница, я ответил. У меня 3 лайка тут. Идем к следующему. Отключено. Отключено. Это не банан, а лошадь. Сам ты лошадь. Да, я люблю оскорблять. Не люблю, а могу оскорбить человека, если он меня оскорбляет. Поэтому думайте, прежде чем писать плохие комментарии. Я на них обязательно отвечу, каждый день проверяя комментарии. Так что переходим к следующему. А ты это, подпишись что ли? Заткнись, кто-то написал. Я даже помню имя этого человека, но не буду его упоминать. Вдруг вы найдете по имени. Это маловероятно. 19 лайков, кстати, это кусочек из моего стрима Майнкрафта. Ну, рил ведь. Это тогда еще тема была. Когда это было? Месяц назад. И поставь лайк. Ну, в принципе, логично. Переходим к следующим комментариям. Подпишись, уже почти 70 подписчиков. Тогда это котики. Снова котики. У меня было очень много котиков. Эта публикация была месяц назад про Филю. Найдете, в общем. Ну, это конец нашей рубрики, как там его, комментариев, ответы на комментарии. Завтра выйдет вторая часть. Ждите. Всем пока-пока.